This conference will now be recorded. Всем добрый вечер, специалисту 30 лет. У нас сегодня локализация в Laravel. Я Александр Петрович, преподаватель в специалисте, бэкэнд-разработчик. Работаю в банке на сегодняшний день. Мой основной стек это PHP, Laravel. Давно преподаю, люблю язык. PHP – это мой любимый язык из тех, которых я знаю, мне очень нравится. И Laravel очень любил. Laravel – крутейший фреймворк, очень мощный. Кстати, курс по Laravel стартует 2 августа. Сегодня мы начнем с того, что да, специалисту уже 30 лет, мы учим людей 30 лет, более 1 300 000 выпускников. Очень много курсов, у нас хорошие качественные курсы, в том числе по PHP, по Laravel, по веб-разработке в целом. Тут я могу ручаться, потому что я преподаю в том числе PHP и веб-разработку. У нас очень хорошие курсы. Как всегда, все наши занятия в срок, мы выдаем сертификаты, обучение соответствует заявленной программе, все безопасно, пропускная система. От ковида и прочие вещи. А теперь, собственно, к нашей теме. Локализация Laravel. Для тех, кто с Laravel знаком, возможно, будет много слов, но я вот. Так вот, Laravel – это мощный фреймворк, самый популярный сегодня backend фреймворк и самый популярный фреймворк PHP Community, да. То есть большинство современных проектов делаются на Laravel. Это очень удобно, это быстро, это безопасно, это комфортно и очень хорошо поддерживается, и командная разработка очень отлично получается. Да? Вот, на курсах мы проходим Laravel подробно, рассказываем про MVC, про контроллеры, про базу данных, говорим про продвинутые вещи вроде загрузки файлов, очередей. И каждый раз в конце курса возникает вопрос от слушателей, а что в Laravel с локализацией? Как сделать мультиязычный проект на Laravel? И поэтому сегодня я решил это видео записать. На самом деле, если вы прошли наш курс Laravel, то сделать локализацию Laravel очень просто, потому что вы умеете пользоваться фреймворком, умеете читать его документацию, знаете, как все там устроено. Но, тем не менее, этот вопрос каждый раз возникает, поэтому сегодня мы сделаем простой мультиязычный проект. А также поговорим, какие подходы к локализации в принципе бывают, и о развитии возможного проекта тоже поговорим. Давайте начнем вот с чего. Что такое локализация? Локализация – это возможность веб-сервиса, веб-приложения или сайта, интернет-магазина, неважно, работать на разных языках. Ну, то есть не программирование, а прямо языка. Там, российский, английский, немецкий. И показывает соответствующие страницы соответствующим пользователям из соответствующих стран или которые говорят на соответствующих языках. В Laravel это сделано почти так же, как и во всех других фреймворках. Это очень удобная, простая вещь. Используются словари, специальные файлы, где описывается локализация. Ну что ж, давайте я открою свой редактор. У меня здесь уже подготовлен проект, он пустой. Как Laravel устанавливается, так здесь все и есть. Посмотрим версию PHP. Я, по-моему, ее обновлял на неделю. Она должна быть самая последняя. Да, 8.0.8, самая новая. Так, ну что, нам надо будет запустить тестовый сервер. Запустим встроенный сервер PHP, он не очень быстрый, но для демонстрации подходит. Запустим мы его с помощью команды PHP Artisan. Кто не знает, что такое Artisan? Artisan – это консольный помощник Laravel, который очень многие рутинные вещи позволяет быстро выполнять, в том числе вот запуск встроенного сервера. Итак, PHP Artisan Server. И видим прекрасное сообщение, что сервер запущен. Сервер запущен. Посмотрим на это дело. Да, действительно, вот главная страница нашего сайта, дефолтная страница Laravel передо мной. Все работает. Окей. Что нам нужно сделать?
Нам нужно с вами для начала создать страницу, где мы с вами локализацию будем демонстрировать. Я иду в роуты, в PHP, здесь мы ее опишем. Опишем наш новый роут. Опять же, кто не знаком с терминологией роутов в MVC, роут — это, грубо говоря, URL-адрес. Роут get, назовем наш роут. Я слышу, что у кого-то снова работает микрофон, кроме меня. Пожалуйста, выключите звук, он нам мешает. Окей. Localization анонимно. У нас эти демонстрации доставим. По-хорошему, конечно, это надо сделать через контроллер, но операционное занятие это наше. Окей. Ну и вернемся в какую-нибудь дефолтную вьюшку, которую мы также назовем localization. Вот упорно не хочет включать звук. Пожалуйста, не делайте так. Вы нам немножко открываете, если будете продолжать, мне придется из занятия удалить. Итак, путь создан, возвращаем вьюшку. Давайте ее теперь создадим, посмотрим, что там все у нас отлично. Вьюшки у нас в resources, views, создадим новую вьюшку. Localization, Blade, PHP. Вот напишем просто пока привет, посмотрим, что все работает, все устраивает. Итеративно подходим к этому, открываю браузер, пишу localization. Страница привет, все появилось. Окей. Страницу мы научились свою отображать. У меня здесь где-то была заготовка HTML-ная для нашей страницы, чтобы было чуть-чуть поинтереснее. Сейчас мы ее откроем и себе копируем вот сюда шаблон. Вот у нас будет такая страница, и мы на ней пишем, например, hello, super. Описать. Давайте посмотрим, что стили применили, все работает. Обновляем страницу. Вот hello, my super. Все есть. Окей. А у нас английский язык. Мы бы хотели в зависимости от языка показывать разные сообщения пользователю. И тут возникает первый вопрос. Давайте с вами немного подискутируем. У кого есть идеи, пишите в чат. Нет, я буду продолжать. А какой способ самый вот очевидный по передаче языка на сервер? Как мне на бэкэнде, будучи PHP-разработчиком, узнать, какой язык сейчас мне надо показать на странице? Русский или английский, например, да, пусть у нас будет два языка. Как мне узнать, какой язык надо пользователю продемонстрировать, русский или английский? Есть идеи, может быть, у кого? Пишите в чат. Я пока подискутирую об этом. Потому что я должен как-то узнать, на каком языке говорит мой пользователь. По языку браузера предлагает мне Дмитрий, и язык браузера известен только, к сожалению, в браузере. А мы на бэкэнде просто так его не узнаем. Мы можем узнать ишник, конечно. Мы можем узнать еще какие-то вещи. Но Toggle тогда предлагает самый простой способ передать язык в URL. Правильно, Дмитрий? Это самый очевидный способ. Офигенно. Давайте мы этот URL начнем принимать. Для этого мы начнем в PHP. WebPHP, и здесь пропишем этот параметр, который мы будем принимать теперь. Собственно, language, будем его в строке принимать. И теперь, ну, для примера можем сразу его выводить где-нибудь, да? Посмотрим, что все работает, все здорово. Собственно, Laravel мне будет этот язык сюда, эту анонимную функцию подставлять.
Выведем его. Посмотрим, что все работает. Язык мы научились передавать. Итеративно будем идти. Итак, localization. EN. EN появилась. Все прекрасно. Передадим ru. Ru. Отлично. Отлично. Язык мы научились передавать. Теперь надо как-то нашему приложению рассказать о том, что у нас соответствующий язык. Это в Laravel очень просто делается. Подключаем нужный класс. Это app. Это фасад. App. И у него есть статический метод setLocale, который позволяет установить текущую локализацию для всего сайта. Language. Отлично. Locale мы сделали. Теперь будет устанавливаться тот язык, который передан в URL. Теперь нам осталось с вами выводить это сообщение в нашей движке, в нашем HTML, пользователю. Опять же, это делается очень просто. В папке resources есть папка length. И тут тоже подготовлены мной, на самом деле, две папки ru и n. Английский русский. В этих папках мы будем создавать соответствующие файлы, в которых мы будем описывать наши языковые словари. Давайте создадим здесь словарь на русском языке. Local.read. Собственно, этот файл должен вернуть массив. Массив, который устроен как ассоциативный массив, то есть обычный словарь, где ключом является название наших языковых конструкций, а значение не собственно и значение на нужном данном. Итак, у нас есть hello. Давайте мы так и напишем. На русском это, например, добрый день будет. Фантазируем. Вот, и второе, приветствие клиента. Да, там уважаемый клиент. Уважаемый клиент. Да, собственно, два файла, две языковые конструкции я создал. Теперь я такие же конструкции продублирую в английскую папку. Пусть там тоже такое будет, только будет уже на английском. Собственно, будет good day. И a customer. Вот так. Я научился все это дело передавать. Осталось подключить в нашей вьюшке, в нашем HTML, вывод нужных сообщений. В Laravel это делается очень просто. Есть встроенная функция двойное подчеркивание. И туда передается название конструкции. Для тех, кто не знаком, что вот это за скобочки, curly braces, ну, это специальные скобки, которые позволяют различные функции вызывать прямо в HTML, без открытия тегов PHP. Да? Так устроен Blade, в Laravel он поддерживает, так он работает. Ну что ж. Собственно, это функция два подчеркивания нижних. Туда надо передать название нашего языкового файла и нашу языковую конструкцию. Это hello. Отлично. Это и ниже. Это опять не точный звук. Мы то же самое сделаем с клиентом. Вот в 21 строке. Local client. Ну что ж. Открываю страницу, обновляю ее. И мы видим, что для русского языка добрый день, уважаемый клиент. Если я переключу на английский здесь, то good day, dear customer. Собственно, только что мы реализовали самый простой вариант локализации. Наш сайт готов отвечать на разных языках нашему пользователю. Вопрос такой. А что происходит, если вдруг передается язык, который мы не поддерживаем. Например, German. Я ввел German, а язык все равно английский. А язык английский, потому что по дефолту в Laravel, конечно же, установлен английский язык, и дефолтные сообщения на английском выводятся. Это поведение можно изменить. Для этого мы найдем специальный файл app.php, который находится в конфиге. Вот здесь.
здесь в 96-й строке язык по умолчанию установлен английский. Можно смело поставить русский, и теперь, если наше приложение не сможет распознать язык, будет всегда по дефолту русский. Ну, вернемся обратно на нашу страницу. German URL, да, обновляем русский. И тут кажется, что мы почти все сделали, и больше обсуждать нечего, но у меня для вас заготовлены еще пару интересных примеров. И о чем поговорить тоже. Например, очень часто мне встречались такие вопросы, а почему эти файлы, почему вообще языковые конструкции не хранят в базе данных? Может быть, кто-то знает, почему их хранят сюда в файлах, а не в базе данных? Ну, в общем, в действительности из базы данных на нормальном современном проекте тащить эти файлы было бы куча запросов в базе данных. Учитывая, что это файл PHP, да, он возвращает массив с ключом, то очень быстро с точки зрения производительности происходит поиск нужного слова. Почти мгновенно. Поэтому это намного удобнее и быстрее. Поэтому делаю так. Но вопрос может быть вот такой. А можно ли как-то сделать динамически, так, чтобы динамически возвращались нужные нам слова? Например, в зависимости, не знаю, от времени суток или от пола клиента, здесь менялся текст. Можно ли так сделать или нельзя? Какие у вас варианты? Кто мне скажет? Можно или нельзя? В комментариях. Предположите просто, да или нет. Динамически. Определять языковые фразы. Есть такая возможность или нет? На самом деле есть, потому что это же файл PHP, значит в нем можно написать любой PHP-код. И сейчас я вам это продемонстрирую. Что мы можем здесь придумать? Мы здесь можем написать какую-нибудь простую конструкцию. Ну, конечно, есть. Типа match – это новый оператор из нового PHP 8. Match. У меня, по-моему, сейчас уровень языка стоит не 8.0, поэтому он подчеркивается. Да, действительно, переставим на 8.0. Match – это усовершенствованный switch. Итак, например, будем рандомно от рандомного числа выводить разные сообщения. И посмотрим, что из этого получится. Итак, если будет 1, то мы пишем «дорогой клиент». Если, например, выпадет 2 рандомно, то мы скажем ему «не самый дорогой клиент». Ну, если выпадет 3, то давайте честно ему попросим уйти, потому что какой-то у нас опасный сайт. 1, 3, не работает. Возвращайся. Вот. Давайте проверим, как это работает. Открывая страницу, от рандомного числа будет рандомная фраза выводиться. Обновляю ее. Уходи и не возвращайся. Обновляю еще раз. Не самый дорогой клиент. Обновляю еще раз. Опять уходи, не возвращайся. И так далее. До бесконечности. Как будет выпадать, так и будет. В общем, к чему я веду? К тому, что вы можете сделать хитрую логику со своими языковыми файлами, подставлять разные окончания к ним, вообще прописать какую-то функциональную логику. Любую, если захотите. И расширить свой проект полностью, да, то есть, чтобы была максимальная поддержка уже любых фраз в любом контексте для любого языка. И это очень круто. То есть это очень просто и это очень классно. Давайте подведем некоторый итог и в конце еще кое о чем поговорим. Про локализацию. Есть еще пару идей. Итак, что мы с вами сделали? По сути, мы создали HTML-страницу, где мы вызываем с помощью функции 2 нижних подчеркивания нужную языковую конструкцию из нужного файла, где слева название файла, справа, собственно, конструкция.
Создаем папки lang, соответствующие языковые папки с названием языков, там английский, русский, немецкий, японский, не важно. И внутри этих файлов, файлах PHP описываем нужные языковые конструкции, которые уже дальше берутся. Единственное, нам нужно как-то нашему приложению сообщить, какой у нас язык. И в нашем случае мы это сделали очень просто. Мы через URL передаем язык и приложение устанавливаем, собственно, его. И все работает. Но это неплохой подход на простых проектах вроде визиток. На более взрослых проектах и при мощных приложениях этот подход будет неудобен. Потому что куча URL с language файлами, а если клиент потер, да, тут у него, например, будет по дефолту английский, он пришел, у него английский язык, и вдруг он потер последнюю буковку, он стал русским языком. В общем, возникают проблемы, это не очень здорово, поэтому у меня вопрос такой: где более надежно хранить. Носить информацию о языке клиента. Как есть офигенно сделать. Есть идея. Ну, окей. Давайте я вам расскажу, какой самый надежный способ это сделать. Самый надежный способ при работе с клиентом иметь некий личный кабинет, где клиент регистрируется и указывает свою страну. Тогда мы будем точно знать, как, на каком языке он говорит, и будем скармливать сюда нашему приложению правильный язык. И это супер, классный способ, и надо его придерживаться. Однако не на всех сайтах есть регистрация, не на всех проектах бывают личные кабинеты, и что делать в таком случае? В этом случае я бы хранил язык в куках. В куках прям на год срок хранения бы ставил, и всегда бы из кук доставал язык клиента. А при этом где-нибудь сделать ему переключалку вверху сайта, чтобы он мог спокойно выбрать другой язык, если ему этот язык вдруг не подходит, и поменять. Эти данные мы записали в куку, и всегда теперь будем получать ее, и сможем правильно определить его язык. Итак, в этом месте самое время задать мне вопросы. Спросить меня можно не только по локализации, спросить меня можно по PHP в целом, по Laravel, по профессии, или почему-то, в принципе, связано с программированием. Любой вопрос я готов ответить. У меня еще есть несколько тем, которые я вам расскажу, а вы пока можете вопросы свои писать в чат. Я как закончу рассказывать, сразу на все вопросы отвечу. Итак, тем не менее. Какие компетенции можно развить, если прийти на наш курс Laravel, который начинается через 2 недели? Установка и настройка Laravel, роутинг и маршрутизация, работа с базой данных, все, что связано с аутентификацией и авторизацией, а все, что связано с современным веб-кодингом и различные продвинутые возможности Laravel. На самом деле, после этого курса можно идти на работу, либо писать свой проект Laravel, и все для этого будете знать. У нас существуют комплексные программы, и те, кто, например, может, в принципе, не знаком с веб-разработкой или только начинает свой путь, в комплексных программах есть Laravel. Например, он есть в этой программе, это веб-разработчик. Тут много JavaScript, много PHP, и в конце заканчивается все Laravel, ну и практика создания веб-приложений. Можно выбрать комплексную программу, она сильно дешевле, чем покупать курсы по отдельности. Есть вторая программа, мне она очень нравится лично. Называется магистр PHP, это с нуля, просто до Laravel стать PHP-разработчиком. Раз, два, три, четыре, пять, шесть мощных курсов, все посвященные PHP. Приходите, ничего не знаете, выходите, умеете делать свои приложения на Laravel. У нас специалисты существует много типов обучения, я надеюсь, вы все с ними знакомы, я кратко их перечислю. Это очное, это то есть группа, очно-заочное, индивидуальное. А можно присутствовать по вебинару, то есть удаленно на наших занятиях. И есть открытое обучение, очень классный формат для тех, кто любит заниматься самостоятельно. Вот здесь есть QR-код в нижней части, его можно сфоткать или как-то взять из видео. Ссылка на вашего личного менеджера. Собственно, вопросы. Давайте посмотрим.
Татьяна спрашивает, а если очень большие тексты, например, статья, их также хранить в массиве? Ну, статью целиком я бы хранил в базе данных Татьяны все-таки, потому что это статья. Нет смысла хранить это в файлах локализации. В файлах локализации мы храним основные вещи, которые связаны там, с навигацией нашего сайта, там, с менюшками, возможно, с названиями кнопок, какие-то фразы, которые особо не меняются, которые всегда примерно одни и те же. Статья – это динамичная вещь, и я бы ее хранил в базе данных. Однако, я хочу вам напомнить, что файл локализации – это файл PHP. И как любой файл PHP, вы можете в него подключить кучу других файлов PHP через include. Можете создавать этих файлов в папках миллион и разбить по темам свои языковые конструкции. Можно разбить их по страницам, можно разбить их по темам. В общем, любая возможность в ваших руках. Здесь можно программировать. Это файл PHP, любой код можно здесь написать. На самом деле, если уж очень исхитриться, можно даже написать здесь код, который будет тащить данные про локализацию из PD и отдавать их в нужном виде. Но это плохой вариант, я вам сразу сказал. Лучше вот обычную локализацию из PD не хранить. Так, может быть, еще какие-то вопросы есть? Ну, спасибо вам, Татьяна, за вопрос. Но раз больше вопросов нет, то я вас еще раз зову на свой курс Laravel. Он начинается через 2 недели. 2 августа на белорусской. Можно и на вебинаре присутствовать, и удаленно, из любой страны. Можно прийти лично, познакомитесь со мной, я вам пожму руку, какие-то вопросы в перерывах обсудим. По этому номеру телефона всегда можно позвонить на специалист, по этой почте можно написать. Спасибо, что присутствовали на этом вебинаре. Запись вебинара, скорее всего, будет вам отправлена на почту. И, как обычно, запись вебинара появится на YouTube. Всем спасибо, приходите изучать PHP Laravel, это очень круто. Всего доброго.